Конкурс «Лучший муниципальный служащий Тамбовской области» традиционно проводится в три этапа. Сначала лучшие специалисты определяются на местах, затем на областном уровне оцениваются конкурсные работы. В этом году 40 человек подали заявки на участие в конкурсе. В третьем, заключительном этапе на суд жюри представили проекты 19 финалистов, из которых в 6 номинациях выбирались лучшие. Город Уварово в финале конкурса представили 3 муниципальных служащих. Начальник финансового управления администрации города Уварово Татьяна Волотова с работой «Индустриальный парк как механизм развития экономики и наполнения доходной части бюджета». Начальник отдела ПТ ЖКХ Мария Нехорошева «Эффективные методы решения вопросов местного значения с участием населения. Обратная связь». Ведущий специалист отдела архитектуры и строительства Светлана Ефимова представила работу «Благоустройство городской среды как значимый фактор качества жизни горожан и обеспечения эффективности градостроительных решений». В результате, по оценке жюри, лучшим специалистом в сфере жилищно-коммунального хозяйства стала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мария Нехорошева. Ведущий специалист отдела архитектуры и строительства Светлана Ефимова лучшим специалистом в сфере градостроительства, архитектуры, землепользования и строительства. Начальник финансового управления Татьяна Волотова была награждена дипломом второй степени в номинации «Лучший специалист в сфере финансов и экономики». Конкурс «Лучший муниципальный служащий Тамбовской области» проходит в области 5-й год подряд. Он способствует совершенствованию муниципальной службы и укреплению ее кадрового потенциала. Ирина Мерзлякова, Елена Чирыкова, Александр Трегубов, «Наш город».